плечом к плечу идут российские войска. И пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. На ивановском аэродроме Ясюниха устроили большой военно-патриотический праздник, приуроченный ко Дню России, который отмечают 12 июня. Участники – курсанты школы авиаторов «Высота» и ребята из летних лагерей. На этом мероприятии проводится в четвертый год в честь Дня России. Здесь есть различные станции – творческие, военно-патриотические, подвесные системы и многие другие. Наши показательные выступления содержат приемы рукопашного боя, которые применяются как в мирные, так и в военные действия. На аэродроме собралось больше 200 школьников и курсантов «Высоты». Для них организовали несколько тематических станций. На одной ребятам рассказывали об устройстве самолетов, на другой предложили нарисовать открытку к празднику. Сегодня проходит тимбилдинг «Славим Россию». Устроены разные мероприятия по разным станциям. Я думаю, она прививает большую любовь детей к России и так развивается патриотизм. Пожалуй, один из самых интересных мастер-классов устроили старшекурсники «Высоты». Каждый желающий мог попробовать себя на парашютном тренажере. Не обошлось и без традиционной полевой кухни. Солдатской каши и горячего чая хватило на всех. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.